З вами програма «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». 1 жовтня в Україні розпочався місячник здачі зброї. Як він відбувається у нашому місті, ми дізнаємося від нашого гостя. До нас у студію завітав старший інспектор з контролю за обігом зброї заводського відділу поліції, майор поліції Юрій Ніколаєнко. Доброго ранку. Добрий день. Яка мета проведення цього заходу? Мероприятие «Місячник добровольної здачі оружия» проводится традиционно на всей территории Украины, как правило, два раза в год. Это начало года весенний период и конец года осенний период. Цель мероприятия направлена на узаконивание оружия, которое находится у населения, не зарегистрировано, имеется в виду, ну и обезопасить нашу жизнь, да, от того оружия, которое, возможно, заходит с антитеррористических операций, которые проводятся у нас на Донецке и в Луганске. Люди увольняются в запас, не думая о том, что это оружие может привести к беде. Каким-то образом они его сюда привозят в нашу гражданскую жизнь. Ну и потом, не дай бог, используют. Так вот, чтобы этому препятствовать, и проходят такие мероприятия, как месячник добровольной сдачи оружия. В этот период лицо, которое сдает оружие, освобождается от какой-либо ответственности. Ни административной, ни уголовной. Оно приходит в отдел полиции по месту жительства или по месту обнаружения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. И пишет заявление о добровольной сдаче. Кто должен взять участие в этой акции? В этом заходе, точнее. Категория населения здесь не учитывается. Любой гражданин Украины, выполняя свой гражданский долг, обязан информировать органы полиции о оружии, которое хранится незаконно. Либо есть у него информация, либо у него в доме это оружие находится, каким-то образом попавшее. Это надо совершить звонок, либо самому прийти в орган внутренних дел и уведомить нас об этом. Вже минуло 10 днів жовтня і 10 днів цього місячника, відповідно. Чи є вже якісь результати, про які можна говорити? Чи несуть люди здавати зброю? Результати, звісно, є. Підтримували ми в п'ятницю результати. Значить, в цілому по області Ніколаївської здано 60 одиниць оружия. Із них 3 одиниці – це армійського образця іноземного. Ну, скорее всего, что это были трофеи какие-то от Великой Отечественной войны, после смерти дедушек, бабушек, родственники, близкие обращаются в органы внутренних дел и сдают. Вот три факта таких есть. 55 охотничьих гладкоствольных ружей было сдано, 84 единицы всевозможных боеприпасов, 3 снаряда, 4 гранаты. И 24 спецсредств. Спецсредства – это и травматического действия, и газового действия. Зрозуміло, ви говорили про те, що зброю, яку люди приносять, потім можна зареєструвати на їх ім'я. Да, одним із как бы бонусов таких для граждан, которые обратились в отдел полиции и принесли незарегистрированное ранее оружие, они имеют право зарегистрировать сданное ими оружие на себя. Пройти ряд инстанций, то есть получить документацию от врача, справка медицинская, пройти курсы изучения материальной части оружия и меры применения, меры безопасности, предоставить справку о несудимости, написать заявление и может зарегистрировать человек на себя это оружие. Возрастные категории, самая высшая категория у нас оружия идет, это охотничье нарезное, допуск идет с 25 лет, потом на второй ступеньке идет охотничье гладкоствольное оружие, допуск с 21 года, травматическое оружие тоже с 21 года. И последняя категория – это газовое оружие. С 18-летнего возраста имеет право человек зарегистрировать на себя.
Дякую. Ситуації бувають різними. І у скрутних моментах люди мають право захищатися. Про популярні засоби самозахисту скажіть, чи всі дозволені, чи всі можна використовувати, чи щось також треба здати? Ну, одним із розпространених средств самооборони являється газовий балончик. Він дуже прост в використанні, доступен в покупці, на нього не треба розрішення органів поліції. В основном, конечно, это использует женский пол его, потому что, передвигаясь в ночную пору по городу, привлекая внимание своим мобильным телефоном, либо сумочкой, а газовый баллончик все-таки на какой-то момент времени выведет грабителя из состояния, перебьет ему мечту грабить, и появится возможность либо позвать на помощь, либо убежать. Электрошокеры, к сожалению, у нас в Украине запрещены. Они разрешены для использования только специальным структурам. Как правило, это отделы полиции. Что касается травматического пистолета, не каждый человек имеет право его использовать. Почему? Потому что, чтобы его владеть, им владеть, надо пройти ряд инстанций, подать документы и пройти обучение, уметь навыки использования этого оружия. Все-таки, как бы там ни было, резиновая пуля это, все равно она наносит травму. И надо знать, когда можно применять, в каких случаях и по какому части тела использовать. Потому что были у нас случаи, когда человек, используя травматический пистолет, лишал зрения нападавшего. И тогда суд уже разбирался, брал во внимание сторону и потерпевшего, и нападавшего. И, как правило, там спорная ситуация возникала, потому что увечья получал грабитель. Зрозуміло. Отже, повернемося до місячника здачі зброї. Читала обговорення цієї події в інтернеті, і дехто вважає це пережитком старої системи і не досить потрібним заходом. Що ви можете сказати? Мероприятие это очень нужное. Я уже работаю в этой сфере 9 лет. И поверьте мне, два раза на год проводятся такие мероприятия. И оружие, все, которое находится у граждан, еще не сдано. Люди обращаются, сдают. Давайте подивимося, як це відбувається. З попередніх. Заводський райвідділ поліції. Саме сюди ми приїхали, аби засняти процедуру здачі зброї. Здавали мисливську рушницю. Залишилась після родичів. Сама процедура доволі проста. Заповнюють заяву, розбирають рушницю та фіксують номери. Перевіряють її справність. От і все. Людина вільна, а необлікована зброя відправляється на зберігання. На сьогодні за 11 днів місячника в Миколаївській області було здано 65 одиниць зброї. Це не тільки вогнепальна зброя, а й гранати, саморобні пристрої, газова зброя. З 1 іюля викликати в такому випадку оперативну групу можна за телефоном 102. Місячник здачі зброї триватиме до 31 липня включно. Слід зазначити, що громадяни, які добровільно здали незареєстровану зброю саме в цей період, звільняються від будь-якої відповідальності. Так, ми побачили, як відбувався попередній місячник здачі зброї, і доволі результативно. Що можна сказати ще майже два тижні попереду, що б ви могли сказати нашим глядачам? Ну, используя таку можливість великолепну, як телевидення, хотілося б звернутися до жителів нашого міста прекрасного Миколаєва, о том, щоб вони оставались неравнодушними к этому мероприятию. Потому что оружие имеет специфику стрелять, выстрел может нанести как травму, так и увечья. И чтобы обезопасить нас, всех живущих в нашем прекрасном городе, лучше проинформировать об случившемся там хранении оружия, либо какая-то информация есть, что у соседа есть оружие незарегистрированное, которое он там пытался использовать или пугал. Лучше, конечно, чтобы эта информация дошла до отдела полиции. И поверьте, мы примем меры. И таким образом всем нам будет лучше немного. Почему? Потому что оружие, я еще раз повторяю, то, что оно защищает, но оно и нападает. И последнее запитание, куда сдавать зброю?
где бы вы ни нашли оружие, да, либо по месту жительства, либо в ближайший отдел полиции, в частности, в заводском отделе полиции телефон круглосуточный 34-31-72. Пожалуйста, звоните, дежурный всегда примет вашу информацию и отреагирует. Находимся мы Белая 44, заводский отдел полиции. Еще раз нагадайте, телефон 34. 34-31-72. Дякую вам. Приємного продовження дня. Я нагадаю, 34-31-72. Саме за цим телефоном можна звертатися, якщо у вас є необхідність здати незареєстровану зброю, для того, щоб наше місто залишалося мирним.